Джулиан Ассанж в случае экстрадиции в Швецию не будет передан третьей стороне без гарантии его безопасности. Об этом заявил Уильям Хейг, глава МИД Великобритании, которая намерена выдать основателя Wikileaks Стокгольму. Лондон не допустит нарушения всеобщей декларации прав человека, международных или европейских законов. Об этом, по словам руководителя Foreign Office, он при каждой встрече заявляет представителям Эквадора. На территории посольства этой страны с середины июня укрывается австралиец. Напомню, в Швеции создатели скандального ресурса Wikileaks обвиняют в преступлениях сексуального характера. Сам Джулиан Ассанж, а также его адвокаты опасаются, что Стокгольм выдаст его Вашингтону, а в США австралийцу грозит суд за разглашение секретной информации. Они играют в какие-то игры. Джулиану Ассанжу предложили убежище в Эквадоре, поэтому ему должны разрешить выехать в эту страну.